Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор дистиллированной аптечной воды. Вода – источник жизни на Земле. Все это знают, это аксиома. Вода бывает разная, зависит от места ее добычи и степени очистки. Нам вода просто необходима для обменного процесса в организме. Дистиллированная вода – это прозрачная жидкость, очищенная от всех солей и минералов, для смешивания растворов, инъекций, препаратов для производства косметических препаратов и самостоятельных замесов для электронных сигарет. Вы можете спросить, а почему? Вода есть у каждой квартиры. Ответ кроется в свойствах дистиллированной воды. После дистилляции из воды выводят все минералы и соли, мешающие нормальной инфузии с лекарством для инъекций. Вода, прошедшая процесс дистилляции, полностью готова для роли растворителя, создания лечебных препаратов, капли, микстуры, настойки. Процесс производства совсем не сложный, но занимает много времени, так как вода проходит не один фильтр и только потом попадает в перегонный куб. Дистиллированная вода прошла все проверки и готова к использованию на производстве медицинских и косметических средств. Сегодня в моду вошли электронные сигареты. Многие мастера сами создают жидкости для них. В рецепте участвует дистиллированная вода. Наша вода высочайшего качества, полностью пригодна для использования в замесах для электронных сигарет. Во многих косметических препаратах необходима именно вода деминерализованная, чтобы косметика была натуральной и не окислилась на следующий день от всевозможных добавок и солей, которые присутствуют в обычной питьевой воде. Вот такой бутылочке мы отправляем дистиллированную воду нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!